Свои итоги за уходящий год подвели и инспекторы дорожной полиции. По их данным, аварий в области за 2015 год произошло на 10% меньше, чем за год предыдущий. Всех больше ДТП во Владимире. Из самых распространенных происшествий – выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и наезд на пешеходов. Последний вид ДТП фиксируется в области ежедневно. От травм, полученных при авариях, в этом году погибли 33 человека. На 8 больше, чем в прошлом году. Для пешеходов самые опасные дороги – магистральные. Во Владимире сбивают чаще всего на проспекте Ленина и Строителей, на Большой Московской и Большой Нижегородской. Но самым аварийным участком города для пешеходов остается Пекинка. По-прежнему виновниками аварий становятся и нетрезвые водители, но инспекторы надеются, что ужесточение наказания за пьяную езду снизит число нарушителей. В текущем году мы наблюдали ужесточение наказаний за повторное управление транспортом в состоянии какого-либо опьянения. А на сегодняшний момент за данный вид преступления уже предусмотрена уголовная ответственность в рамках статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Исходя из статистики, наблюдается небольшое снижение подобного вида нарушений. Около 400 человек сейчас привлекаются к подобному виду ответственности. Есть уже первые результаты, то есть первые судебные решения.